Здравствуйте! Сегодня я приготовлю сырник пасхальный. Рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Дно формы выстелить бумагой для выпечки с антипригарным слоем. Инструкцию по перерасчету ингредиентов на другой размер формы оставлю под видео. Вдоль борта проложить бумажную ленту, которая выступает на несколько сантиметров над верхним уровнем формы. Творог соединить со сметаной и мягким сливочным маслом. Ванильным сахаром и сахаром. Измельчить массу блендером. Добавить картофельный крахмал и 2 яйца. Тщательно перемешать. Добавить оставшиеся яйца и продолжить смешивание до максимально однородной консистенции. В завершении добавить 2 вида изюма, цукаты вишневые и из апельсиновых корок. Ссылка на рецепт цукатов в описании. Сухофрукты можно подобрать по своему вкусу. Исключительно по желанию добавить цедру. У меня смесь лимонной и апельсиновой. Перемешать. Переложить массу в подготовленную форму и разровнять. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 1 час 20 минут. Выключить духовку, приоткрыть дверцу и оставить сырник на 30 минут. Полностью остудить на решетке. Накрыть форму пищевой пленкой и отправить в холодильник на 10-12 часов для стабилизации. Сырник извлечь из формы, освободить от бумаги и перенести на блюдо. Ссылки на праздничные рецепты сырников оставлю под видео. Подобный сырник в моей семье готовили обязательно к празднику вместо творожной пасхи. Для помадки растопленный черный или молочный шоколад соединить с горячим кофе или водой. Добавить теплое растопленное масло. Тщательно перемешать и сразу вылить на сырник. Распределить по поверхности и по желанию сделать рельеф. Посыпать сахарным драже. Боковые части украсить кремом из отвешенной сметаны или сливочного сыра. Декор может быть другим по вашему вкусу. У этого сырника нежная, не сухая консистенция, больше напоминающая чизкейк, великолепный цитрусовый аромат и много вкусных дополнений из сухофруктов и цукатов. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».